Ну что, ребят, всем салам, сегодня с вами я, и, в принципе, видосов было довольно-таки давно, хотя, в принципе, я что-то выпускал, но это что-то было довольно-таки маленькое. Сегодня будет, как всегда, обзорчик на вот такую вот маленькую машинку, а именно ВАЗ-2101, а именно Копейка. Ну, не хочу ее Копейка назвать, давайте ее назовем так, как... Ну, просто по-прикольному. Единичка. Так-то, если честно, то единичка заработала свою популярность именно с помощью ничего. Она как была, так и осталась единичкой и копейкой. Сейчас, конечно же, по-другому. Но поговорим про игру в клуб РПГ. Такая тачка стоит всего ничего. Всего 900. Просто 900. То есть, она даже 1000 не стоит, но довольно-таки прикольная. Тюнинга на ней тоже довольно-таки много. То есть, если вы хотите дрифт корч, то можете, конечно, выбирать среди шестерки, семерки, приор или какой-нибудь другой тачки. Но копейка тоже может и не стоять в стороне. Плюсом для такой тачки ничего не надо для внешнего вида. Вот, она просто стоковая, кроме как того, чтобы поставить на ней шины, и все. Почему именно шины? Да потому что стоковые шины на ней стоят как-то, ну, так себе, не знаю. Если прям вам нужна тачка, чтобы покружить, то можете, конечно, посмотреть другую. Так как копейка, ну, довольно-таки медленная. Полный разгон у копи. Всего 100 км в час, ну и все. Кстати, вот сейчас я на ней разогнался до 130. Вот, можете посмотреть всю скорость, то есть, да, она едет. Вот, 130 догоняет. То есть, это довольно-таки хорошо, ну даже так сказать. Но несмотря на все это, в принципе, да не могу я ничего про нее плохого сказать. Потому как за свои деньги это уже все оправдывает. То есть, как хотите, то и делайте. Если вы такой, ну, старенький игрок, я, конечно, нет, но все равно, если вы давно играете, то вам копейка может прийти в душу из-за того, что просто интерес, так как, наверное, из-за ламп, из-за всего остального вам уже это ничего не надо. И, в принципе, покупайте копейку, покатайтесь. Также просто и новичкам, или игрокам, то можете, конечно, ее тоже брать. Но лучше уж купить что-нибудь получше. Я не знаю, у каждого свои вкусы, свои варианты. То есть, кто как хочет, то и так и тратить будет. Ну, а с вами был я. Всем до свидания, всем пока. Ну и, конечно же, копейка.